Всем привет, ребятки! Так, сегодня буду готовить пиццу. В общем, продолжается рубрика «Рецепты от подписчиков». Сегодня хочу приготовить пиццу по новому рецепту, попробовать вместе с вами, что у меня получится. Так, Олеся, это твой рецепт. Пиццы ты мне давала. Девочки, не обижайтесь, вы мне даете рецепты, я все себе сохранила. Но я не успеваю все готовить сразу. Постепенно буду иногда готовить. Софийка захотела пиццы, так дома глянула. Колбаска есть, мяско есть, сыр есть, что б не приготовить. Все, тогда готовим вместе с вами. Посмотрим, что у нас получится. Ребята, ну что, приступим. Я читаю рецепт. Леся Бут мне написала. Привет, Леся. Поздороваюсь. Так, и у нас рецепт. 10 грамм сухих дрожжей сад момент. Вот такие у меня дрожжи. Дальше. 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 1 стакан теплой воды, 1 столовая ложка прованских или италийских трав, какие вам больше по душе, 1 столовая ложка растительного масла, 550-600 грамм муки. Все, ребята, делаем. Вот я поставила весы электронные, потому что я не знаю, сколько в пачке. Я не найду здесь вес. 22 грамма. Или это не то? В общем, я специально взяла, думаю, отмерять, чтобы у меня правильно все было. Ага. 8. Наверное, тут в пачечке есть 10 грамм. Да. 11 показывает. Ну, ладно. На 1 грамм ничего страшного. Так. 1 столовая ложка сахара, чайная ложка соли. Хотела рецепт другой приготовить, но думаю, ладно, обещала, как от подписчиков рецепты. Потом другую пиццу еще с вами приготовим, попробуем. Так, 1 стакан теплой воды. У меня вот такой стакан. Вода. Не, тепленькая, чтобы не горячая ж была. Мне кажется, вода горячеватая. Не пойму. Ребятки. Да не, тепленькая. Все, весы нам не надо, я убираю. Дальше что нам? Пусть сейчас дрожжи разойдутся немножко. Ага, прованские травы добавим. В общем, у меня, смотрите, и итальянские, и прованские травы. Давайте добавим немножко таких и немножко таких. Хуже не будет? Не будет. Прям в тесто написано добавлять. И немножко таких. И немножко итальянских добавим. Пахнет вкусно. Так, и что у нас дальше? Мука, да? Подсолнечное масло. Как бы мне так налить на глаз. Вот для этого и надо бутылочка, да, девочки, красивая. Ну ничего, мы и так справимся. 1 столовая ложка. Все. Все, и добавляем муки. Муки я отмеряла 550 грамм. Вводим муку, сейчас замешу тесто, и пусть оно мне подходит. Написано 550-600 грамм. Ну, я буду смотреть по муке. Сразу не начала 600 добавлять, думаю, ну, вдруг будет многовато. Мне кажется,
прям уже много. Ладно, сейчас я руками повымешиваю. Пока не буду добавлять, что мне кажется достаточно. А еще муки вон сколько осталось. Руками. Не, можно еще добавить. Олеся написала, что она из этого теста и хлеб печет. Говорит, вкусно. Ну, попробуем. Наверное, я на столе сейчас докатаю. Сейчас, девочки, замесим тесто. Оставим его подходиться. Нарежем начиночки. Не знаю, ребятки, мне кажется, вот этого не буду добавлять. Достаточно. Вот такое тесто у меня получилось. Немножечко муки вот это не пошла. Мука немножко вот тут на столе осталась. Ну ладно. Ну так, хорошее тесто. В общем, я его сюда в мисочку убираю. Сейчас накрою полотенечком. Пусть оно подходит. А мы с вами пока подготовим начиночку. Я его уберу сейчас в теплое место. Так, пока тесто наше подходит, подготовлю начинку, то, что дома есть. Пицца такое универсальное блюдо, можно готовить все, что есть дома, то туда и положить. Так, у меня колбаска Венеция, такая, сейчас колбаски подрежем, курочку он достала, мясо порежем. Не знаю. Думаю, получится вкусно. Сейчас рецепт проверю еще раз. Девочки, вы же мне пишите, вот смотрите, не написали, при какой температуре и сколько минут выпекать. Я не знаю теперь. Теперь надо самой подумать и придумать. 180 градусов сколько она? Быстро же выпекается. Продукты-то все готовые, только тесту запечься и все. Или на какой температуре, или на 200 градусов. Вот не написали мне. Если пишите рецепт, пишите полностью, точно, чтобы знать, какая температура и по времени. Так, думаю, на две пиццы приготовить. Это можно скушать. Так. Вкусная колбаска. И курочку сейчас порежу кусочками. Так. Немножко курочки. Немножко мяса. Еще грибочки. Ну, София с грибами не ест. Ну, можно было бы одну отдельно, но у меня грибов нет. Все. И сыр сейчас натрем. Начинка у нас готова. Если мало будет курицы, я потом еще дорежу. Так. Сырочек достаем. Не знаю, половинки, мне кажется, хватит, да? Сыр на мелкую, как я люблю, или лучше было надо было на крупную. Ладно, все,
сырок готов. Мяско все оставляю так. Ребятки, тесто подошло. Достаю. Ну, меньше часа прошло. Нормально, хорошо. Сейчас будем с вами раскатывать. Так, а где моя мука осталась? Вот эта мука, если что, пойдет мне на подсыпочку. Так, и надо приготовить. Сейчас заранее буду раскатывать сразу на пергаментной бумаге. Вот такую вот купила. Хорошая бумага, на нее ничего не прилипает. Потому что есть коричневая, на которую все липнет. Так, сейчас тесто разделим. Хорошее тесто такое получилось. Мне нравится. Немножечко. Обогну. Духовку, девочки, почитала в интернете, включила на 200 градусов, выпекать буду 15 минут. Ой, какое хорошее тесто. Ой, прям такое приятное. Очень. И пахнет вот этими травками, муравками. Так, я буду готовить две пиццы. Разделим тесто. Одну уберем пока. Пусть постоит. Так. А это... Так. Все, в такой шарик я его раз. Ой, как оно пахнет вот этими травами. Прям вообще мне нравится. Вот такой диаметром сделаем. Это я просто смотрела, как... Я еще хочу один рецепт пиццы попробовать. Ладно, потом расскажу. Сейчас не об этом. На пергамент. Красиво, да? Это посмотрите, какое красивое. С травками получается. С прованскими, с итальянскими. Хорошее тесто. Я вообще думала, что пиццу надо такую на молоке только готовить. Следующий рецепт у меня будет на молоке. Ну и такую хочу попробовать. Сейчас бортики такие сделаю. Нет, бортики давайте сделаем на этом. Перенесем. Вот так. Не попаду. А тут можно и руками, да, распределить. Такие бортики сделаем маленькие. Немножечко. Хочется, чтобы и тоненькая была. Так, кетчуп добавляю. Есть. И сейчас буду сразу засыпать сыром. Не сверху колбасы, а хочу вот сюда сразу сыр.
Вот так, красивенько, да? Ой, куда выскочили? Все на место. Так. Курочку добавим. Немножко. Не буду много. И колбаску повыкладываем. Так, я думаю, достаточно. Это даже как покупаешь намного меньше всего. Да, девчонки, как симпатично. Все, и отправляю в духовку 200 градусов 15 минут. Ну, все, с Богом. Все. Смотрите, какая. Она что-то там так поднялась высоко-высоко. Колбаска поднялась, как вулканчик. Вот это бока, видите, надо бы, если бы смазала, они были бы такие, ну, блестели. Ну ладно, ничего. Все, пицца готова, ребята. Готова, готова. Сейчас будем доставать. А вторую сейчас буду готовить немножко по-другому. При другой температуре хочу попробовать. Ой, ну красавица. Красавица. Нанти-ка. О! Пик-пик, мы слышим. Так. Сейчас сделаю температуру 220 градусов 10 минут. Еще попробую по такому варианту. 220 на 10 минут. Так. Ребятки, смотрите, какая красота. Сейчас уберу. Пицца красавица. А теперь мне надо ее куда-то переложить. А куда же мне ее переложить? Мне же надо эту выпекать. Или другой противень взять. Я, наверное, возьму тогда другой противень. Такая, ребята, красотка у меня получилась. Корочка хрустит. Класс. Тут тогда сейчас это, правда, глубокий противень. Но ничего, сейчас сюда переложу. Аккуратненько. Так, отправляем. Так, духовка 220, 10 минут. Давайте попробуем так приготовить. Пусть немножечко остынет. И мы с вами попробуем. У меня есть кофе мой. С кофе попью пиццу. Сейчас Софийку обрадую. Но она знает, что я пеку. Но еще не заходила. Надеюсь, нам понравится. Пахнет очень вкусно. Ой, снизу такая красивая. Такая пропеклась. Горяченькая, хрустящая. Посмотрим на Софийну реакцию. Я слышу этот запах. Класс. Мама, ты пепперони? Да. Так это как в суши вей. Это точь в точь. Красивая. Она идеальная. Класс, да? Можно ее уже кушать? Сейчас отрежем. Так, девочки, дегустируем. Она еще, правда, горячая. Нет у меня такой... Тык-тык-тык, рулеточки, как пиццу разрезают. Мама это все делает ножиком. Ножиком. Ножом. Да. Я хотела сказать ножиком, а ножом, но получается ножиком. Ножиком? Ножиком. Ладно, мама это все делает ножиком. Горячая еще. Красотка. Спасибо, мам, ты мою мечту сделала. А мама ж мне вчера пообещала пиццу с печеной. Говорит, у нас все есть. Колбаса, курица, сыр, все есть. Смотрите, какая получилась. Да, тоненькая. Хорошая. Тесто такое вот тонюсенькое. Она на видео такая красивая, вживую она темненькая. Ч
чего? Я маме, а если я говорю маме, она, я говорю, мам, ты испечешь? Она, ой, это уже, наверное, 7 лет. Я говорю, ну, мама. И она... Нет, София, сбегала дрожжи. А мама купить. Говорит, если купишь дрожжи и пирогами сделала, такая, конечно, я в магазин. Так, это твои. Все, мама, я кушаю. А это сейчас... моя. Я еще сейчас себе сок налью. Я так аккуратно режу, потому что девочки не подстелила досточку. Ну, что... Мама на пергаменте режет. Да, чтобы по столу. Чтобы пергамент не это. Не... Ну, красотка. Ну, прям красотка. Сейчас попробую. Мама, это ты по... Говоришь, это от подписчицы рецепт, да. Боже. Ну, как всегда, дегустация. Как же ж без дегустации? Ну, правда, горячая. Вкусная? Это очень вкусно. Угу. Мне интересно, вы в пиццерии работаете, что вы такие рецепты вкусно сдаете? Это просто идеальные. Вкусно, мне нравится. Это горячая, очень. Правда, сильно. Надо, чтобы остыла. Хорошая, тоненькая. Можно было еще тоньше раскатать. Хотя нет, по, получается она по диаметру, ну, по кругу, как раз на противень. Вкусная. А если бы три сделать? Или сильно тонкое было бы тесто? Спасибо, Леся, большое за рецепт. Нам очень понравилось. Да. Первый дегустатор София. Это очень было вкусно. Не было, а есть? А, да. Еще вторая есть. Ой, на месяц хватит. Ага, до завтра ничего не будет. Это хотя сказать, до завтра тут явно ничего не будет. Вкусно. Это божественно. Вы знаете, я когда вот эту заливную пиццу делаю, я всегда кладу много начинки. Потом ты берешь... И эта начинка вся разваливается. Надо в меру, не надо ее там кучу наваливать сверху. Килограмм колбасы, мяса. О, вторая? Не, она еще не приготовилась. Еще готовится. Тоже красивая. Так что, девочки, кто хочет, может вы и готовите. А я, если честно, первый раз. Такую пиццу пекла первый раз. Мама у меня на другом. У бабушки другой вкус, да? Да. Тоже бабушки для... тесто какое-то другое. Другое. Мне понравилось. Спасибо за рецепт. Мам, дай салфеточку. Очень вкусно. Нам нравится. Прям балдеем. Да. Спасибо. Спасибо, Лесе, еще раз. Да. С соком это очень вкусно. Ну, я соком запиваю. Колбаса это вкусная, да? Ага. С колбасой это очень вкусно. В следующий раз приготовлю с грибами. Ну, папа любит с грибами, я одну с грибами приготовлю. Все. А тебе такую. Идите сами такую. Я такую не ем. Ну что, показать вам, какая та получится. Я хочу сравнить бока вот подсолнечным маслом. Будут отличаться? Я тогда вам включусь, хорошо? А мы пока покушаем пиццу. Так, это вторая пицца испеклась на температуре 220 градусов 10 минут. Но, ребят, ее пока разрезать не буду. Потому что, мне кажется, она более, да, подзажарилась немножечко, чем вот это. Так, и бока. Ну, бока вот так вот выглядят. Тоже красивая. А это первая. Ну, так более зажаристей получилось. Но нравится, кушаю. Очень мне нравится вот этот вкус самого теста. Прованские, итальянские травы дают свой аромат. Очень вкусно. Хочу вам сказать спасибо, мои любимые подписчики, за ваши рецепты. Мне все нравится. Первый рецепт я готовила Леночке Щениковой. Салат «Генерал» очень вкусный. Второй рецепт у меня была пицца. Спасибо, все очень вкусно. Молодцы, девчонки, спасибо за рецептики. Все, а на сегодня я тогда с вами прощаюсь. Все, всех люблю, всех целую, всем пока-пока.